Анисимов Максим, работаю термистом проката и труб. На Висталь к нам металл приходит 2,5 мм подкат. На прокатке его прокатывают на толщину 0,7 мм. После этого его готовят по ширине, и он попадает ко мне на участок, на агрегаты обезуглераживающего рекристаллизационного отжига. Мы восстанавливаем на агрегате кристаллическую решетку металла, так как после прокатки он становится тоньше и становится хрупкий. Металл попадает в печь. Печь здоровая, 7 этажей, есть даже лифт. За 12 часов через печку проходит 20 километров металла. Температура в печи у меня 800-840 градусов. В нее попадает увлажненный газ. При взаимодействии влаги с углеродом в металле вода распадается на водород и углекислый газ. И за счет большой температуры восстанавливается кристаллическая решетка металла. Если я не уберу углерод из металла, у него не будет магнитных свойств на выходе в готовой продукции. А этот металл никому не нужен. Что происходит в печи, мы не видим. Поэтому и настраивается все только по приборам. Скоростной режим, тепловой режим, температурный и газовый. Термическая обработка – это само по себе искусство. И очень интересно, можно даже сказать, колдовство. Каждая плавка – какое-то решение. Химсостав всегда разный. Где-то надо добавить влаги, где-то убавить температуру. Может добавить расход газа. То, что получится на выходе, зависит вот от нашей специальности. Как и правильно или нет мы настроим параметры прохождения полосы через печь.